Всем привет, с вами Серега, сегодня будем продолжать играть и выживать. И давайте же начнем. Я благодарю вас за то, что вы мне 5 лайков поставили. Я прям благодарен вам. Я хочу, чтобы вы также еще набрали 5 лайков. Я хочу, и пишите комментарии. Я видел, вы мне так много написали, хотя нет, только 2, один человек написал. Вот вообще я все написал. Ну да ладно, нереально. Все отлично просто. Давайте начнем заново. Я не хочу, конечно, нашу продолжать. Я хочу заново. Просто заново. Мне заново нравится. Так, что, ребят, за женщину или за мужика? Давайте думать. Эники, Беники, считали вареники. Я так, да. Вышел ежик из тумана, вынул, ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе горелить. А на следующую ночь я зарежу твою дочь, а дочь не моя, а короля. Ну ладно, как хотите. Я не знаю, конечно, может еще что-то и продолжение этой поговорочки. Поговорка, я уже устал. Ну да ладно. Так. Опять непонятно, где мы поселились. Точнее, наше нахождение неизвестно. Идем. Назад, ну-ка повернись. Так, что у нас там? Только не говорите, что у нас там есть такая штучка, которая очень меня устрашает. Нет, тут там нет такой штучки, которая меня устрашает. Так. А нет, есть такая штучка, которая меня устрашает. Это горы. Опять эти горы. Ладно. Нет. Ай-яй-яй. Ненавижу. Разбегаемся. И такие, о, ты. Тут, возможно, может тут элистичь, можно ногу подвернуть. Возможно. Да, да, нет, да вы издеваетесь. Давайте мне показывайте нормальную тоже. Так. Блин, на гору жалко, нельзя подняться. Круто было бы. Так. Почему я под... Почему я на этой точке хожу? Иду. Ну ладно. О, домики, которые я хотел еще давно зайти. Ну да, можно уже попробовать зайти-то наконец-то. Заяц, кар, я колебаю, кар. Так, что у нас там есть? Сейчас найдем. И что же у нас так сразу какая-то там табличка и блин, такой довольный. Носки! Ну как он носки? На мне не идут эти носки, это точно. Блин, бы сейчас какую-нибудь пушечку найти. И задолбать всех. Я же зашибу. Или тут надо только пушку создавать. Пушка тут не находится. Или находится. Ну я не знаю. Так. Что, все? Ух ты. Все уходит. Да, здесь ничего нет особенного. О, туалет женский, я хочу ссать, дай мне поссать. Ну ладно, нельзя открыть, я же ссать хочу. Так. О, отлично. Не то, что надо. Обыкнуть. Куртка надо. Трусы, а нет, ткань, наверное. А. Я не
уже вижу. Не могу достать. Так, что у нас есть там? А, штаны. Можно переодеться. Так, а у нас тогда какая куртка? Это не куртка. Это какой-то свитер. А, так у нас даже куртки нет. Тогда одевали. Мы одели? Мы одели образ. Мою куртку. Мы не да, вот тут уж одеть. Угу. О, так это самые лучшие носки. Мне так тепло. Угу. Так, там ничего нет. Все, выходим. Так, что у нас еще есть? Так, третий. Вот этот у нас. У меня тут максимум 3. Ну, короче, они тут спят. Ну да, спина, а так смотри. О, так тут уже больше кровать. Ну ладно. Ты что, жрать хочешь? Если хочешь жрать, говори сюда. Наверное, ты мне это не сказал. Ладно, если ты хочешь пожрать, открой с помощью руками. Нет, а как он? А, это, наверное, или руками надо прямо так сжимать, ну. Или, не знаю, как его и запить. Просто шикарно. Жизнь прекрасна. Особенно у тебя. Ух ты, шапка. Наверное, шапку надо одеть. А шапки нет у меня. А, нет, нет. А, нет, вот этот пока просто останется у меня. Так, все, что ли? Ну ладно, ладно, ладно. Так, ничего нет. Все. Ну-ка, что поднизу. А, это нельзя. Ну ладно, все. Можем уходить. Так, интересно, что у нас тут? Дальше, точнее, дальше. Что у нас? Дальше будет. Дальше у нас, наверное, ничего не будет. Интересно. Интересно, здесь можно позвать на помощь? Кричать там, на помощь, меня волк кричит. Нет, такого нет. Так, опять. Чайки ору. А, не чайки у нас белые. А, ворон? Или стервятник? Да, ну, стервятники, да ну, ворон. Ворон, наверное, так какой-то. Да, ворон. Беги давай, засранец! Чтоб я тебя не видел, понял? Пошел вон, тьфу! Возомнил тебя королем. Ну, ладно. Опять рельсы у нас тут. Он по рельсам пойдем. Нет, туда я не хочу идти. А хотя пошлите. Дальше я не пойду туда, вон туда пойду, например. О, там как что-то там виднеется. В смысле, там что-то виднеется. Ух ты! Да ну издевается. Кто? Алло. А, Матюша? Матюша. Матюша, да Матюша, заладил Матюша. Это мой друг был. Так. Меня еще позвали. Ну да ладно. Все. Не стой на тебя жрать! Ты вообще бесстыдный! Ну-ка не ешь. Бесстыдный. Бесстыдник! Бесстыдник! Ты живой? Скажи да. Нет! Ну что такое наказание? Сиди сюда, тварь. Я тебя найду.
убежала. Ну ладно, тогда я пожарю. Ну, не помогу. Ну, простые, я не могу тебя пожарить. Мучительная смерть будет. Прощай. Так, вау. Так, я так и не зашел в него, так что давайте зайдем. Что у нас тут есть? Канистра бензина. Ну да ладно. Но можно активировать. Ау! Разбей стекло. Давай! Ладно. Потом можно стекло разбить, чтобы было еще реалистичнее. Ну да ладно. О, сапожки. Ух ты, книга. Зачем книгу? О, водичка. О, спись. О, это патрон. Ну, отлично. Все. Ух ты, вон. Ну ладно, все, можно уходить, наверное, здесь нет ничего особенного. Так, я тогда там. О, проход какой-то. О! Подвал. Господи, я ненавижу такие длинные подвалы. Такой длиннющий подвал я ненавижу. Если вы ненавидите длинный подвал, ставь лайк. Потому что все их ненавидят. Мне вообще длинный подвал очень страшно. Если я его увижу, и такой узкий подвал, я просто умру. Потому что мне очень страшно. Так. Так, это у нас какая-то патрона. И это у нас... Брызгалка. Так, я не понял, что это. Ладно, окей. Окей, окей. Так. Ну все, что ли? На лестницу, когда там ничего. Ладно, там ничего, наверное, нет особенного. Ладно, все, уходим. Уходим. А как я? Не хочу я туда. Понимаете, я не хочу. Все, давай уходим отсюда, пока я не обкакался. Я туда не пойду, все. Ну, темно так. Все, уходим, уходим. Так, откуда я вышел? Я вон оттуда вышел. Откуда я не понял, вышел? Так, я вон оттуда вышел, или оттуда. Давай, сейчас, давайте. Подождите, так, сейчас. Вообще прям уже, я заколебал, извините. Мне еще надо помочь. Так. Туда я вышел. Да? Или оттуда? А, не-не-не, я оттуда вышел. Перепутал немножко. Ладно. Я туда не пойду, я туда не хочу вообще. Внизу, так там лед. Ладно, ничего особенного. Так, все. Ну, теперь дом надо искать, там будем жить. Спокойно и спать. Так, что-то меня нафиг не надо. Ну ладно. Надо бежать. Туда. Я сейчас буду. Так, интересно, если мы туда пойдем? А, не, я тут только что пришел. Да. Тогда я пойду дальше. Эй, пойди ты. Сразу такой. А, кто там? Нет, я убегаю. Интересно, они по ночам охотятся? Они, наверное, по ночам такие, страшные такие, наверное. Наоборот, тут нападают на нас. И не думайте. Я очень устрашаю. Так, у меня есть топор, если что. Ты не знали? Вы не знали? Она или он, не знаю. А мне пофиг. Ладно. О! Все, сошли с рельс. Дерево обрушилось. Где остальные? Не понял. Есть два рельса. Так, тут. Интересно, как они...
не ездили на них. Невозможно. Ну ладно. Ладно, если вы сошли... А, наверное, там в конце сам. Опять олененок. Зажрали. Ух ты, ух ты, тут не надо. О, ножик. Я тебе разрежу, папа. Бедный ж ты человек. Ну за что тебе? О, стыли. А, блинка. А, ничего. Сок и косяк. Не хочу. Так, и... Бинт. Все? 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 Ну ладно. Ладно, пойдем сюда. Ну да ладно, нет, не выгоняйся. Ладно, дальше. Да. Остался только дом и все. И не думайте, я вас найду всех. Надо бы ночью проснуться. Так, ничего, дальше опять рельсы какие-то. А, наверное, вон дальше рельсы какие-то там грохнулись. Есть только один путь. Туда или туда? Иди туда. Ладно, окей. Я потом здесь хоть хабу так рельсы. Или, наверное, на той стороне. О, домик! О, это тот самый домик, который мы в первой части нашли. О, отлично. Все, мы идем. Вот туда. А домик, отель, как всегда. Ну да ладно. Все, давайте. Так. Так, все, темно. И фонарик. Ну-ка, давай. Зажигаем. Все. Отлично. Так. Ну здорово, друг мой. Как дела? Ладно, наверное, мы на этом заканчиваем. Я на этой серии сохранюсь, наверное. Да. И все. И да ладно, ребят. Беспокойтесь, мы скоро увидимся. Так что давайте, не берите 5 лайков, как в тот раз. Пишите комментарии, буду прям ждать их. Я хочу и всем удачи других. Ну, короче, удачи и все, короче. И всем удачи. Да блин, зачем я повторяю это 3 раза? Ладно, короче, всем удачи. Да уж. Ладно, всем пока.